Всем привет! Начала мариновать мясо, это у меня индейка. И подумала, возможно, вам пригодится этот вкус маринада. Значит, здесь у меня идет уже соль, это куркума, вот куркума. Потом посыпаем, добавляем паприка обыкновенная. Потом перец острый. Потом кориандр, обожаю мясо с кориандром. Потом у меня здесь, смотрите, идет тмин, он просто в этой баночке. Но это тмин, смотрите, семена тмина. Там плохо видно, в общем, высыпала в руку, смотрите, вот, семена тмина. И немножко сейчас сюда нам нужно будет залить масло растительного, совсем чуть-чуть, вот. И все хорошо перемять, ну, перемешать и оставить мариноваться. Вот так мы возьмем все это хорошо, перемнем. Чтобы специи хорошо пропитали мясо. И вот это вот сочетание, значит, куркума, паприка, тмин и кориандр. Боже, я кайфую. Я вот это постоянно курицу мариную в этом, а сегодня вот мы маринуем индейку. Все, и пусть постоит. И потом на сковородке пожарить по несколько минут с двух сторон, и будет очень-очень вкусно.